Ты слушаешь Кальян FM. Чай с кальяном. Вот такой вот он, этот четверг, выдался у нас. И в эфир попозже вышли, и гостей местами перепутали. Но в итоге все вроде налаживается, жизнь налаживается. Это «Чай с кальяном». С вами Владимир Кальян. И мы начинаем с новостей. Особых новостей, конечно, у нас сегодня нет, за исключением того, что сегодня 90 лет исполнилось Бедросу Киркорову. С чем мы его и поздравляем. Всем бы нам дожить до 90 лет и быть такими популярными и известными. Ну, вчера мы с вами отмечали Международный день защиты детей. Сегодня мы в какой-то мере это все продолжим, потому что следующие гости, которые у нас будут, они поддержат тему, которую мы начали вчера. А мы сегодня начнем с интеллектуального хип-хопа. И у нас в гостях молодой перспективный исполнитель Спрингфилд. В жизни его зовут Дмитрий. Да, привет, Дим. Здравствуйте. Ну, давай Здравствуйте. Вот и расскажем, как появился интеллектуальный хип-хоп, для чего он нужен. На самом деле, нет, истоки, конечно же, это все просто пошло из 90-х, 99-м, когда в целом хип-хоп появился. Тогда еще не было понятия интеллектуальные или глупые, или какой бы то ни было. Вот. Просто это музыка, которая зацепила молодежь, особенно поколение нулевых и 90-х. И вот, я попался на это. Ну, сначала я тоже зависел от мнений, что рэп — это что-то плохое. Ну, как говорили наши старшие братья, битники. Вот, но тем не менее, вот как бы я ни сопротивлялся, я сейчас здесь, я до сих пор живу этим, просыпаюсь, это мое такое наваждение, просыпаюсь и засыпаю. Кто-то считает его интеллектуальным, кто-то нет, но для того, чтобы научиться писать, для того, чтобы повышать уровень творчества, не обязательно хип-хопа, а творчества, я поступил на филологический факультет, на литературный факультет, вот, целенаправленно поступил туда, чтобы сделать, ну, повысить свой творческий IQ. Вот, у меня получилось это, я окончил, хорошо окончил, отлично, я бы сказал, окончил, ну, так оно и есть. И в целом я продолжаю делать упор именно на текстах. Потом появилась уже и музыкальность со временем, когда ее не было. Казалось то, что вот если я умею читать, и любой другой человек, который умеет читать под бит, все, он музыкант, он рэпер. На самом деле это не так. И подача, так называемый вайб, он выкупается музыкантами буквально с 3 секунд. Там, буквально с первых слов, как это, хорошо или плохо. Вот. И у меня, слава богу, есть сейчас такой скилл. Наработал я его, когда чувствуешь музыку и уже делаешь не просто зарифмованные вещи какие-то там, ну, как вы сказали, интеллектуального уровня. Это, ну, как бы это все априори должно быть, это все просто идет по умолчанию с тем, что ты делаешь. Но музыка остается музыкой. Тем не менее, должна быть какая-то мелодия, вот эти вот все, чтобы люди качались под это все. И уже потом появилась необходимость сделать рэп музыкальным, слова музыкальные. Потому что очень многие иностранцы слушают рэп, русский рэп на русском. И они говорят, что наш язык не музыкальный. Ага. То есть, ну, нету такого. Он у нас хороший, красивый, но он не музыкальный. Но это говорят, наверное, те, которые не могут превратить свой голос в музыкальный инструмент. Ну, этот вот. У меня как-то так вот, я не знаю, да. Багет отламывал и нет, обламывал бред. Ну, то есть, я любой тебе. Сейчас просто пришло что в голову. В целом, можно вот так это вот. А уже потом на это можно уже музыку добавлять. То есть вот так. Не так, что музыку сначала написали, а потом слова на них и прочее. Я сейчас могу слова сделать музыкальными, придумать в голове музыку, а потом уже написать на нее, на слова. Мне повезло, я просто свое мышление так выстроил, что я попал в Москву, когда я сразу попал в музыкальную индустрию. То есть я попал в дом музыканту, который живет музыкой, у которого, ну, которого все вокруг окружает музыка. Он бизнес свой продал, он себя окружил музыкантами. И я вот в течение последних 3 лет, уже 4-й год, просыпаюсь и засыпаю с музыкой, живой музыкой. И как бы у меня нет музыкального образования, но я
Я кайфую от этого, кайфую от этого процесса, и, соответственно, мне хочется, слушая сейчас, что происходит, к вашему вопросу про интеллектуальность рэпа и прочее, вот эти все элементы совместить, музыкальность, начитанность, глубину, метафоры, там вот это все прочее, все в одном, и уже потом люди сами будут решать. Но, к сожалению, очень тяжело пробиваться именно с таким титаническим трудом, да, потому что, ну, как бы, ну, а что, ну, мы мученики творчества, я не знаю, как это сказать. Мы такие люди, которые сами это все выбрали. Конечно, можно, вон, как Моргенштерн, хотя и он тоже качественные вещи делает, ну, в смысле, в текстах он. Мы теперь должны добавлять, что он иноагент. А, даже так, да, вот, ну, тем не менее, никогда его не выделял, но, тем не менее, как бы, я говорю к тому, что мне хочется, слушая его, например, я бы не хотел, чтобы мои дети слушали его, например, да? Я бы тоже, да. И не хотел... Даже не то, что мои дети, я бы вообще детям не советовал слушать вот это все, потому что, вспоминая нас, когда мы слушали там, в 90-х годах «Сектор Газа», «Красную плесень», Шуру Каретного, который там стишки матом рассказывал, мы прикалывались, нам было смешно от того, что там люди матерятся, прочее, нам и тоже запрещали. Немножечко. Мне кажется, было стыдно. Стыдно, потому что так считали, ну, как бы родители, а нам было стыдно перед ними. И вот я помню тот момент, очень-очень четко момент помню, где-то год 2003 был, я ходил в борьбу, у нас тренер был, и он летом ездили в лагерь, в спортивный лагерь, и он нас заходит в комнату, а мы слушаем песню, где мат, один мат там, буквально там он услышал, он нас вот так вот всех собрал, такую лекцию провел минут на 40, почему это плохо, прочее, пятое, десятое, и, в общем, с того момента я просто понял, что как бы ты не хотел выражать свою мысль, донеси ее максимально вот корректно. Есть эвфемизмы, слова, которые заменяют маты, то есть, да, будет не так эмоционально звучать, но, тем не менее, детям, мне перед детьми своими будет не стыдно за те песни, которые я делаю. Не только перед детьми, мне кажется, вообще перед публикой. Возможно, да, перед мамой, например, перед очень, мамой, очень да. важно. И, наверное, это главная мотивация того, чтобы делать как минимум такое творчество. Ну и плюс у каждого, не могу сказать у каждого, буду говорить за себя, у меня есть такое внутри ощущение, что у меня есть какая-то миссия музыкальная. То есть я должен после себя что-то оставить. И с течением очень долгого времени, наверное, я это как бы несу в себе, перевариваю, консервирую. Я понимаю, что тот, кто чем заряжен, так и выстрелит. И в конечном счете меня только это удерживает от того, чтобы я не бросил все. Там уже больше 15 лет пишу, грубо говоря, пытаясь пробиться. Но, тем не менее, никогда не отказывался от своих принципов, там, не делать низкое что-то, грязное. То есть хайповать, чтобы вот... свои 3 минуты славы получить, и, ну, а потом что? Потом извиняться за свои слова, пытаться делать качественный материал, или как доктор Джекил, мистер Хайд, один косячит, а другой исправляет, скажем так. Ну, не знаю, я честен перед собой, вот мне, наверное, так он и получается. Можно материться, я не знаю, в подъезде с ребятами, я не знаю, пока этого не слышат, там где-то как-то что-то. Но когда несем... Мы же не для одного человека поем песни, правильно, свои? Не для двух, конечно, не для трех. Конечно. И в какой-то момент может так случиться, что вещь, на которую вы не ставили, грубо говоря, она выстреливает. А представьте, там даже там 2-3 мата или какие-нибудь такие... Ну, скажу так, ответственным артист за все свои слова. Да, бывает такое, что он, ну, не может, как сказать, каждый по-разному интерпретирует то, что он несет. Ну, то есть, вы меня послушали и такие, да, вот здесь он что-то вот неправильно сказал. Может быть, я свое имел, да, там, я не могу быть ответственным за такие вещи, но перед собой я чист, что я вот никаких вот намеков на это я не сделаю. Таких вот или так завуалирую, что только такой человек поймет, который не повторит, ну, скажет, блин, я это прошел, но я не хочу это делать. Ну, и хорошо, что ты так открыто это не стал говорить людям. И... Да. Боже, вы понимаете, что я нашел гениального, идеального артиста, да? Вы слышите меня, да, Мариан? Гениально, это сильное слово, конечно. Но у тебя должен кто-то
подбадривать. И ты говоришь, я не несу миссии, но если ты попал сюда, значит, я в этом миссию уже увидел. Сюда случайные артисты не попадают, понимаешь? Спасибо большое. Мне тоже, вот как тебе за свое творчество не хочется, чтобы тебе было стыдно, а мне не хочется, чтобы мне было стыдно за тех, кого я приглашаю в эту студию рассказать о своем творчестве. Вот сегодня я даже горжусь, понимаешь? Я слушаю тебя и горжусь, потому что все, кто смотрит мои эфиры 5 лет уже, они знают, что эти вещи я пытаюсь все время... Ну, вы правильно делаете. Да, несмотря донести. Ни на что, всегда найдутся аудитория, которая не будет уподобляться вот большинству вот этому, который... Хотя нам, как говорят, и на нашей улице тоже будет праздник. Главное, это есть. Есть примеры даже в том же самом русском рэпе, которые буквально перевернули вокруг себя все, хотя они были такими особняковыми людьми, которые вот на них смотришь и думаешь, да что ты сможешь сделать? Ну, например, тот же самый Баста, например. Как это. Человек просто был, на него, его просто списывали со всех счетов просто. Ну какой он артист, вы что? Мне кажется, до сих пор не все серьезно относятся к Банде. Находят эту причину, чтобы его как-то там поддеть, как-то что-то и прочее, прочее. У нас есть такие кумиры, у нас есть, благо еще есть на кого равняться. И сейчас очень многие, как вы сказали, иноагенты, которые все вот это вот, что у них там... Рыгаловка вот эта была, извините за выражение, внутри которой они выплеснули на это все. Они сейчас там где-то, пускай они там потихоньку подпердывают, извините, пожалуйста, за выражение, пускай там, ну, как бы сейчас, я надеюсь, вот этот праздник, он как раз идет на наши улицы, когда более такие вещи, не то чтобы тяжелые, простые, но... сокровенные какие-то, не просто поверхностные, которые, знаете, потребительские вещи. Мы приближаемся к тому. И очень, очень есть интересные персонажи, которые сейчас делают такую музыку, которая, она, во-первых, простая, доступная, но она не злая. Ну, скажем так, даже как сказать... Не агрессивная. Она хорошая, да, она не вызывает каких-то негативных эмоций. Мне хочется ее там включить там тоже бабушкам, не знаю, дедушкам, чтобы они понимали, что рэп — это не просто широкие штаны и маты через слово или еще что-нибудь такое. Все-таки есть исключения всегда. Вот. Не, ну подожди, все время нам доказывают, что рэп-культура — это вот что-то такое дворовое, хулиганское, агрессивное. Ну она же изначально, вы сказали, культура, она изначально была субкультура. Субкультура — это, да, как раз-таки вот этот вот аутентичное что-то там подъездное, не доходящее до такого мирового уровня и прочее, прочее. Это сейчас, а сейчас у этой музыки уже есть паспорт, уже есть имя, уже есть лицо у этой музыки. И то, какое лицо у нее... такие будут и последователи. И слава богу, сейчас эти иноагенты где-то в Дубае живут и прочее, их там, ну, пускай там. Вот у нас пусть есть сейчас, на да, солнце, да. У нас есть сейчас Василий Михайлович, грубо говоря, за всех, ну, опять-таки, раз уж мы начали о нем, вот, пускай уж лучше он примером будет, потому что у него тоже есть мама, у него тоже есть дедушка, у него тоже есть люди, на которых нужно равняться своим рэпом. И вот пока он живет, он будет как бы вдохновителем нас. И давать людям, которые уже потеряли надежду на то, что грамотный рэп где-то может иметь свое место. Нет, он может. Он, с каждым альбомом он это показывает, что много примеров. Вы даже не знаете таких имен, если я их сейчас буду перечислять. Но, тем не менее, я думаю, что следующий год... Наших может быть, российских через... имен. Да, российских. Ну, давай перечислим. Россий... Давай сделаем людям приятное. Я сейчас просто, ну, у меня очень фонтан слов. Лёха Лавриф входит сюда? Кто? Лавриф. Нет. Не входит. Как ни странно, вот если вы про Лаврива будете... Я не знаю, в каких вы отношениях. Я вам, если хотите, историю такую расскажу. Дело в том, что мы с ним земляки, как ни странно. Вот если бы вы мне сказали «Лёха Лавриф», я такой: «Кто это?» А так уж получилось, ну, в мире 8 миллиардов людей, если уже не 9, вот, а мы с ним земляки, то есть с Магнитогорска, с Урала, вот. И, кстати, вот что нас отличает от московского рэпа, в Москве более такие стильные ребята, которые там локтями танцуют, все разрисованные, расписные и прочее. У нас это... До нас это долго доходило, понимаете? Вот несмотря на то, что Лёша там тоже сейчас весь в татуировках накачанный, такой типичный столичный мужичок,
Вот, но я его знаю другим человеком, простым, простым чуваком, парнем, который, да? Да, который, как бы, тем не менее, пытался писать тексты хорошие. Но, тем не менее, вот если ставить его на уровень, ему еще... Ему подрасти. Ему да, подрасти нужно, не хотя он я на него смотрел эфиры, да. 20 лет назад, 15 лет назад смотрел на него, я даже хотел с ним совместку, но те ребята, на которых я вот так с открытым ртом смотрел 15 лет назад, они мне сейчас пишут, говорят, напиши мне текст, хотя люди никогда не это, никогда бы в жизни не взяли чужой текст, они сами всегда привыкли писать, вот, и, ну, это говорит о том, что, ну, как бы, я работал над собой, мне это нравится, я знаю свой уровень. Лёша Лаврев, он не пишет плохих вещей. Вот эта песня его «Росток» очень даже мне нравится, как ни странно. Да, она, вот. И клип тот же самый. Она имеет место быть. И такие песни имеют место быть. Просто вся проблема в том, что на некоторых людей смотришь и думаешь, не верю. Да. Понимаете? И вот что бы он ни сказал за тяжелую жизнь, за это, ну, какие-то вещи такие, но... Ну, не цепляет, вот как-то вот, ну, может быть, ты просто уцепился за вот эту вот тему, чтобы вот ее как бы вот, кому-то идет, кому-то не идет. Я не знаю, к Лёше конкретно ничего плохого не имею, но, ну, пускай будет так, что вот, да, когда-нибудь он все-таки, ну, его место тоже найдет себя. Ню есть такой, Юрий Николаенко. Да, он тоже был в этой студии. Хорошие у него да. песни. Вот у него, я не знаю его подноготные, я не знаю, кто он, откуда, что. Актер. Актер, да. Где-то слышал от кого-то из ребят мельком, что он актер. Он вот давно за ним наблюдаю в плане музыки. Есть будущее вот у таких песен. Ну, как мне кажется, с высоты своей. Его песни у нас вот. Стоят в ротации, да. Марику такая девушка. Да. Очень мелодичные, очень, как сказать, душевные песни. Мне единственное, песни. Понравились, она выпустила пару песен с матом. Я на самом деле не все доходят, как ни странно, но те, что я вижу, они отзываются. Понимаете, есть такая штука, как вот, ну... Вот мы про маты говорим, это плохо, все дела. Ну, не упоминаем о том же, например, Есенине, Маяковском, которые матерились. Но я даже больше скажу, тот же самый Есенин, Маяковский, они иногда матерились скорее больше как для связки слов, может быть, даже. Для... Но тем не менее, ну, для крепкого словца. Но есть такие моменты, вот как бы не хотелось себе на пятки наступать, где мат, например... Даже эксперименты проводили, например, над людьми, которые там мат помогал в каких-то ситуациях. Вы когда бьетесь, например, эмоция, вы бьетесь мизинчиком, вы первое что там, ну, начинаете. Ну, понятно, да. Да, вот. И тут то же самое, когда вы выражаетесь, ну, это важно так делать правильно. Так красиво, вот знаете, вот нужное время, нужное место, вот этот мат должен найти себя, чтобы понимаете? Чтобы это не резало ни просто ни слух, так, да. ни мозг, ни душу. Да, да, чтобы, главное, душу. И вот у меня есть еще такой цензор один, тетя Таня, она говорит, Дима, у тебя такие шикарные песни, ну я вот у тебя услышала. А я, знаете, я ее послушал, я даже спорить с ней не стал, я говорю, вы правы, конечно. Хотя я-то знаю, что у меня мат там, возможно, оправдан и прочее. Но после этого я еще меньше стал, короче, как-то даже и в быту стал меньше. Хорошо, что у нас есть такие учителя, ну, по жизни. А давай, чтобы не только тетя Таня могла это сказать, мы послушаем одну из твоих композиций и продолжим с тобой разговор, пока все наши слушатели и зрители в тебя не влюбятся. Пока не влюбятся Спрингхилд на Кальян ФМ. Кальян ФМ. Хорошие песни. Она была одной такой звездой недосягаемой. Теперь две единицы, каждая слагаемая. Теперь она со мной, я с ней на рассвете. Мы говорим о планах, говорим о детях. Плюю на осуждение, сливаю принцип Персии. Я рад представить миру свою лучшую версию. Не стыдно показать людям, сложнее учиться танцу на острой обоюде. Я хочу быть с тобой одной, такой родной.
осенью, весной, в стужу и в зной, доброе и зло, следуй за мной. И в забегаловку, и в ресторан, и за город, и на ура, вдохать на край вселенной, отставшими от группы, через огонь, воду и медные трубы. Говорят, романтизм уходит, говорят, что взрослеют дети, говорят, что чудес не бывает на всем черно-белом свете. Говорят, что нирвана в космосе, нереально, как Ибица влюбится. Ой, да много всего говорят, пока не влюбятся, пока не влюбятся. А там уже как водится, все по-другому видится, вселенная заботится, фортуна улыбится, все сходится и сводится к желанию увидеться, и на душе погодится, и в любецах ибится, теплее и любезней, светлее, интересней стали мысли, а за ними песни. Играй, моя гитара, подыгрывай кахон, как ни крути, теперь мы пара, нефиг думать о плохом. Два сердца бьются в унисон, как не сказал Кобзон. Любовь, похожая на сон, где ты была все эти годы, сводила с ума, чтобы не выйти из моды. Спасибо за что? За то, что ты есть, за радость и жесть, за грубость и лесть, за то, что ты здесь, и мы вместе, мы вместе. Пусть говорят, нам недолго фиестить. Говорят, романтизм уходит, говорят, что взрослеют дети, говорят, что чудес не бывает на всем черно-белом свете. Говорят, что нирвана в космосе, нереально, как Ибица влюбится. Ой, да много всего говорят, пока не влюбятся, пока не влюбятся, пока не влюбятся, пока не влюбятся. Спрингфилд у нас сегодня в гостях, хотя на улице лето. У меня вечная весна. Да, у тебя вечная весна. Я понимаю, что в этом тоже есть, я вижу, посыл. Ты несешь какую-то весну музыки. С этими песнями, да. Свежее дыхание. Тут все вокруг этого закрутилось, что именно альбом такой весенний, добрый. Я именно, ну, так вот совпало. А вообще Спрингфилд, это, если интересно, это... Отсылка, конечно же, к известному мультсериалу «Симпсоны». Угу. Там очень много персонажей создал Мэтт Грейнинг, как он любит себя называть. Вот. Он очень много персонажей создал. И у каждого этого персонажа в его мире есть какая-то функция. Кто-то романтик, кто-то работяга, кто-то бармен, кто-то что-то где-то как-то это. И так как я человек творческий, у меня есть... Такое. И я, когда какую-то песню пишу, например, вот «Пока не влюбится», да, там есть такой персонаж, как Марти Зив, который влюблен был в Марч Симпсон. Вот. И я пишу «Спрингфилд фит Марти Зив». Вот. Грубо говоря, если есть какая-то история про жизнь, это что у нас так? Это разговор с барменом. Есть бармен, Мо Сизлок, бармен в Спрингфилде. Хорошо, вот, назовем «Спрингфилд фит Мо Сизлок», песня «В дороге», с отсылкой на еще на одного, Джека Керуака, битника, который в свое время написал «В дороге», вот, роман, который, роман, по-моему, или рассказ, ну, по-моему, роман был, который, где он там путешествовал. Ты очень много читаешь, мне кажется. По Америке, ну, просто филфак. Филфак целенаправленно поступал на него, чтобы повысить свой такой... Не то чтобы выпендриваясь или еще что-то, но в текстах это помогает. И иногда вот у нас рэп, это же больше такой пофлексить, повыпендриваться, рэпчик такой. А чтобы зацепиться за молодняк, чтобы быть на ходу, нужно еще какие-то фишки иметь. Ну, там... И вот, конечно же, нужно совмещать вот эти вещи, как бы флексить, выпендриваться вот такими вещами. Выпендриваться... всякими
плохо поступил или на филфак. Там один держит меня за... Ну, как это сказал карандаш? Один держит мой диск, другой за идиота, например. Вот такими вот фишками играть словами. Да. Боже, подари мне ту. А все-таки рэп — это поэзия или музыка больше? Ну, если брать аббревиатуру рэп, это рэп и поэзия. Рэп and poetry. Ну, да, по-моему, поэтика, так. Да. Вот, если так. Вот. Для меня это всегда была поэзия, но, как я и сказал, к ней просто добавилась музыкальность. Когда к поэзии добавляется музыкальность, все, тут уже рэп идет. Ну, это мое. Сколько бы вопросов всегда не возникало, я всегда выступал на каких-то поэтических вечерах. Да, я обратил внимание. Именно с тем, что я умею. И это заходило как стихи, но это еще и заходило как что-то... нетривиально, не похоже, там какое-то, ну, необычное. Ну, тут все сочетание. Главное, что у тебя есть мысли какие-то. Ведь рэп — это поэзия, кто ее так называет, кто ее хочет так называть, относит. Когда я ходил на вот эти все кружки, еще когда все в Магнитогорске жил, поэтические, мне говорили, что поэзия — это разговор с Богом, это трансляция, он там через себя передает, что поэзия — это не просто стихи, это выше, больше, прочее. Но если это так патетично звучит, хорошо, я просто зарифмованный текстовик. Рифмованный текстовик пускай буду, чтобы, ну, не претендовать на что-то высокое, но тем не менее... Надо сказать, что у меня есть такие вещи. Вчера День защиты детей был. Я хотел обнародовать песню. Но знаете, иногда такое бывает. Я песню записал с детским хором просто. И такое иногда бывает, что хочешь и рассказать, как появилась история этой песни, как, что ты за знакомство с этим Юрием Сергеевичем Энтиным, вы знаете, конечно, вот эта песня. Все это от него пошло, все это вот это вот. Как... И это все начинаешь, хочешь объяснить, и думаешь, блин, это не поймут. Ну, сейчас это время... А может, не надо думать? А может, те, кто надо, поймут? А я просто делаю. А вот надо было, знаешь, что нам сделать? Нам надо было в час созвониться, мы бы сегодня премьеру этой песни сделали на радио. Она просто уже очень давно была написана, выпущена, и как я ее записывал, как я к ней приходил, как, сколько там отсылок было от Алигьери Дантовской, вот этой божественной комедии, отсылка туда про саму историю Юрия Сергеевича Энтина, как он уснул, ему там друг приснился, прочее. Я просто рассказал историю про человека, про поэта, который создал свою вселенную. Но так как время приходит, время уходит, скажем так, ну, у каждого время уходит, у каждого человека, у каждого персонажа. И этот писатель, он потерял веру в себя, то есть потускнел портрет Антошки, там, сборник стихотворений там упал. И вот в конечном счете он живет там в лачушке на отшибе человечества от глаз посторонних, живет, пишет, отшельником, никому не интересно, все желтеет страницы. И вот однажды он засыпает, ему снится продавец снов. А продавец снов — это все вот эти произведения, это все вот эти песни Юрия Сергеевича Энтина. И ему снится его же собственный персонаж, который его ведет в его мир. А это уже отсылка к Алигьери, к божественной комедии, когда они там проходили эти круги ада, но тут он попадает в свой мир. И тут получается так... Это ты все об одной песне рассказываешь. Это все в одной песне, но это... Которая только... с детским хором. Да, да, но это только один элемент. И вы представляете, у меня такой вот ураган в голове, чтобы это все собрать и деликатно вот так это все поместить, чтобы люди это все поняли. Блин, ну это Дим, тоже... Дим, написать книгу. Можно. Книгу, однажды, где будут QR-коды, наводишь и слушаешь песню, и читаешь. Истории там... весенних песен, я не знаю, как назвать, но придумать. И вот этот человек, да, вот Юрий Сергеевич Энтин, он идет вот свой мир, где там крылатые качели заржавели, и он видит этот мир, который все, повзрослел Антошка, все, уже не будет вот этих вот детских вещей, там на старой башне вот этих вот не услышите часов и прочее. И он видит, и ему этот персонаж рассказывает, говорит, вам нужно поверить в себя. То, что вы бог своей вселенной, мы нужны друг другу сейчас как никогда, для того, чтобы
помочь друг другу, сделать, ну, чтобы этот мир не умер, потому что этот мир уже умирает без этого. Просто поверьте в себя и начните уже. И вот он просыпается, Юрий Сергеевич Энтин, вроде говорит, о, мне это приснилось, открывает книжку свою, а у него там от школьного друга Володи книга. На ней написано, что вот, ну, типа, не теряй веры в себя, не прочее, прочее, прочее. И это все в одной песне она там. И когда я это сделал, люди слушают, ну, это просто песня, как бы, ну, все это... А подводные камни-то их никто не отменял, вот эти все. Их там просто много. И поэтому я себя считаю реально каким-то, ну, как вы сказали, гениальным человеком. Гениальным. Ну, я чем дальше тебя слушаю, тем больше убеждаюсь в твоей гениальности, поверь мне. Спасибо большое, но мне просто кажется, что каждый человек, он для чего-то рожден. И мне кажется, я рожден для этого, несмотря на то, что я, ну, не актуален, не популярен и прочее, прочее, прочее. Но у каждого человека есть предрасположенность. И я, слава богу, ее открыл, и я ее развиваю. И когда я смотрю на всех вот этих персонажей, которые миллионы зарабатывают, прыгая по сцене, я думаю, ну, повезло, чувак, ну, нету ничего такого, чего бы не сделал я. Если я вижу, как человек танцует, я ему говорю, вау, я так не смогу. Угу. Футбол играет, нет, я так не смогу, кино не смогу. Но когда я слышу, когда человек читает тексты, я с первых секунд понимаю, а так я смогу. А вот вы сможете? Ну, то есть это, ну, понятно, это между нами, конечно, ну, и между ними и всеми, но тем не менее, как бы вот это сидит, это никуда не девается, и... Это так вот все идет от одного до другого. Вот. «Похороните меня в книжной лавке». Вот, это как раз альбом вот, вот с этими персонажами, которые отсылки на книжное. Первое название — это мое название. Второе — это книжное название. То есть там «О дивный новый мир», отсылка к Олдусу Хаксли, где там я рассказываю про мир, там про то, как про будущее ближайшее, как оно все будет. Это «Богатый баба, бедный папа». Мое название «Иллюминаты». Ну, то есть, вот про история про деньги, как оно вот, вот как в миру. И так каждый вот, вот не то чтобы это прям парафраз книг, вольно, ну, как вольный пересказ книг, которые это просто отсылка к ним с использованием своих каких-то ответвлений, своих красных нитей, которые вот начинаются с детского хора, заканчиваются детьми также. И вот этот детский хор, он мне... Я его вчера переслушивал, и я понимал, что даже вот эти вот песни про любовь, они красивые, они хорошие. Я их записал с качественными музыкантами, с прочим, прочим. Но никогда не будет такого, что я буду ходить с этим макинтошем по всему городу, искать детский сад, потому что во все в городе консерватории я уже обошел. Мне везде дали добро, но не перезвонили в плане того, что мы вам детей поможем, все, все дела. Я захожу в детский сад. Летний детский сад, говорю, я там такой-то, такой-то человек, ну, мне пришлось хитрости взять, я с директором говорю, я такой человек, я хочу завлечь ваших детей, очень интересно посмотреть их музыкальный навык, в общем-то. И так получилось то, что мне практически ничего делать не нужно было. Мне эта женщина позвонила, говорит, приезжайте, я привожу свой макинтош, ставим это, 90 детей, просто 90 детей вот так выстрелили, а что у вас там? А что, вот приоткрывает дверь, говорит, а что там записывать? Я говорю, заходите все. И вот мы вот так вот, и знаете, так круто с ними работать. Они все такие, вообще, как вы, вот, это взрослые, у них они там все свои эти, как, ну, как бы дела у них там все, а с детьми они там прикалываются, как-то это, отвлекаешься, во-первых. И я потом смотрю, кто-то там звездочка, кто-то потускневший такой, стесняется. И бывает такое, что там, иди сюда, маленький. И он начинает, он наушники одевать, не может ни слова сказать. И ему такой подбадришь, ему говоришь, дружище, так у тебя талант. Ну, так, ну, как бы, вот, вот так. И он поувереннее становится уже, и микрофон читает, и уже, а можно? А потом приходит через 2 минуты, я говорю, я друга с собой привел. Там, видимо, с... соседней группы, там, я друга, он тоже хочет записать. И в итоге я эту песню делаю, она вот эта. Но она, ну, как сказать, я не ожидал, что она прям взорвет или еще что-то. Единственное мое желание, это вот познакомиться с Юрием Сергеевичем Энтиным и вот с ним об этой песне поговорить на самом деле. Вот, потому что, ну, я бы хотел, ну, если уж кому-то и доносить вот прям вот смысл от и до про этот сон, про то, как он к нам в Магнитогорск приезжал в 2012 году, когда эта вообще песня только зарождалась, когда он журналистов собрал
рядом с собой на пресс-конференции. А я педагогом был детского дополнительного образования. У меня дети были журналисты маленькие, я кружок им преподавал. И он вместо того, чтобы с Магнитогорского металла брать уже заслуженных интервьюеров, ну, чтобы Давайте вот ребеночек, как он с ними общался, как вот он, ну, то есть он выделял и специально, то есть он свою империю, грубо говоря, построил вот эту вот энтиновскую на детях, ну, в хорошем смысле, конечно же, не эксплуатация, ничего. А заметь, ты так незаметно ставишь задачи, я уже сижу и думаю, ага, сегодня ко мне должен приехать Григорий Гладков, он наверняка знаком с Юрием Энтином, надо будет у него спросить, можно ли через него показать твою песню Энтину, познакомить с тобой, понимаешь? О, видишь, уже там радуется, да? Правильная мысль. Вот я начинаю думать, а как же помочь этому парню талантливому, хорошему, доброму, да, очень доброму. Дим, ты очень добрый, мне кажется. Спасибо большое. Потому что ты даже о детях рассказываешь так, как будто все 90 детей были твои. Понимаешь? Ну, в какой-то момент мне нечем было им заплатить, вы понимаете? Это был садик, а у меня даже на билеты до Москвы не было, я там буквально там кого что, а я понимал, что через неделю мне нужно уезжать. И я этим детям не мог просто так, ну, сказать, что ну, просто так уйти. Мы пошли, какие-то копейки собрали где-то. Ну, я с них ничего, конечно же, не брал. Я пошел там, ну, так же, как это сделал. Пошел, сок купил. Мы печенье купили. Такой этот стол накрыли. И они прям даже, ну, у меня вот это до сих пор, вот эти вот моменты греют. И если бы вот у меня была возможность, наверное, больше выбора профессионально с кем работать, именно профессионально, чтобы это стало как это, я бы, конечно, более вот к этому склонялся, потому что, ну, не знаю, может быть, у меня, ну, как сам, как педагог, потому что, как, ну, ну, кстати, да, обучался этому. У нас не очень много с тобой времени уже осталось, а я хотел бы, чтобы ты рассказал о мероприятиях, которые ты организуешь. Вот, к слову, о мероприятиях. Да. Дело в том, что мне в феврале приснилось, а я снам верю. Ну, тебе в феврале май приснился, я помню по твоему творчеству. Да. Феврале как май, да, у нас все только... Вот. В феврале мне приснилось мероприятие, не помню, как же оно... Я проснулся, и я понял, что мне нужно его сделать. И я прям дату сразу сказал, чтобы у меня был цейтнот какой-то, ну, или дедлайн, как это сказать? Дедлайн, да. Чтобы не просто так какая-то призрачная дата, к которой надо готовиться. Нет, я прям поставил 26 февраля. Все, вот делаю. Вот у меня есть 3 недели, чтобы сделать это мероприятие. Посмотрю, смогу ли. Вот мы сегодня рассказывали про то, что один человек тащит на себе все, вот, ну, многое, да, вот там разговор, ну, то есть не делегирует, делегировать-то некому, по сути. Некому, думаю, по сути, сейчас вот все, а на энтузиазме мало кто на это откликается. Много желающих, да, помочь, там это все. Я это все прекрасно понимаю. Я провел за последние вот эти с февраля месяца 8 вечеринок. И с каждой у меня все больше и больше. То есть 26-го была первая? 26-го была, ну, как сказать, до этого я тоже миллион раз их проводил, но они были такими, больше почесать именно свое самолюбие, себя показать, как-то не это. А тут я подумал, как что... Как передача «Вечерний Ургант», я понял. Там понятно, да, все, кого смотрят. Вот, ну, а тут проснулся, понял, что надо сделать, и единственное условие было, что я такой, ну, когда-нибудь, ну, мы... составим конкуренцию Версусу. Версус, это вы понимаете, на чем он вылез. И вот когда к 5-й вечеринке приехал и проджект-менеджер из «Газпрома», он говорит, у меня выход на Рутуб есть, предложи концепцию. И вот мы стали обсуждать, и главное условие было «чистая грязь». То есть, если что-то, ну, трэш какой-то делать, главное, чтобы он был причесан максимально, без всяких вот этих. Ну, то есть, я максимально не хочу версу сделать. Но, к сожалению, я пока не могу выйти на тот уровень, где я прям вот 5 человек пока только собрал из 120 у себя выступающих в доме, вот в этом музыкальном, да, и 120 человек выступало где-то за все эти 8 вечеринок, именно выступающих. И где-то вот 5 человек... могу вот выделить, с которыми мне не стыдно что-то дальше делать. Но это так мало. Но это долгий путь. Это долгий путь, но тем не менее не будет стыдно. Если мне кто-то попадется, я тебе буду отправлять. Вообще смело, да. На самом деле людей очень много талантливых, о которых никто не знает, о которых я не знаю. Но почему о них никто не знает? Первое. Либо лень. Талант, ну, лень. Либо просто, ну...
еще не вылез этот росточек из асфальта. Грубо говоря, да? Он еще не пробился. Да. Да. Я смотрю, нужно ли помогать этому человеку. У меня есть возможности, чтобы помогать. У меня такая же студия, звукозапись есть. Это мне самому досталось просто из-за таланта. Вот. И я сам рад таким людям. Но, к сожалению, не все готовы так вот. Не все, к сожалению. Но мероприятия крутые у нас. Душевные, атмосферные, все отмечают, что это другой уровень. Это не то, что в клубах, это не то, что вот... Сейчас я взял перерыв летний. На лето, на все. Дело в том, что я-то взял его, но мне уже заявок прилетело. Когда следующее? Вот и я хотел спросить, когда следующее? Но я все-таки не буду гнать, у меня сентябрь. А в сентябре я не у себя буду эти организовывать мероприятия. Да? У меня там другой уровень будет. Там уже, как сказать, по-любому уже не будет там все подряд, кто хочет выступить. Нет, я уже более-менее для себя составил людей, которые... Хочу, реально, правда. Ну, понятно, ты из количества будешь перерастать в качество. В качество, количество, вот так скажем, со временем. И, тем не менее, есть сейчас предложение где-то в центре повыступать и прочее, с той же самой командой, которую я, например, собираю. И это я не могу, я этим живу. Я здесь перестал там начал делать. Перестал там делать... Придумаю еще миллион всяких возможностей. В общем, так вот оно. Ты ураган. Ураган. Спрингфилд сегодня у меня в гостях. И мы завершаем композицию, которая называется «Ураган». Слушаем. Кальян FM. Хорошие песни. Девочка, крыша снос, девочка, ураган. Я падаю к твоим ногам, падаю к твоим ногам. После вкуса горчицы с ароматом баблгама, хоть любить я не учился, я падаю к твоим ногам, падаю к твоим ногам. Погрустим немного, поиграем в комиков. Я так выделяюсь на фоне ее поклонников. Я так отрываюсь от земли и забываюсь. Я вас любил, я вас влюбляюсь. Дача без развода, погода раз погода. Весна около года, на память фото. Сегодня мы опять не будем реалистами. Закрой глаза, я жду пристани. Глаженные брючки, напомаженные щечки, заряженные ручки, гашеные ангелочки. Между нами тает лед, между нами мнется грудь. Чего мне это стоило, не знаю, даже дуть. Девочка, крыши снос, девочка, ураган. Я падаю к твоим ногам. После вкуса горчицы с ароматом баблгамы, хоть любить я не учился, я падаю к твоим ногам, падаю к твоим ногам. Тебе вставать часу. Я тебе кофе варю, я тебе завтрак несу, я тебе больше скажу, я тебя провожу, с ума схожу, не вывожу, прошу прости за то, что снял с тебя белье, вешая лапшу, мой стиль. Тонким перышком тетрадь, любовь напоминает нам, что все мы умеем летать. И мы умеем летать, а что не так? Спасибо, что дала понять, как без тебя никак. Как не сказал Иван, шершеля фам, и я падаю к твоим ногам. Девочка, крыши снос, девочка, ураган. Я падаю к твоим ногам. После вкуса горчицы с ароматом баблгамы, хоть любить я не учился, я
мучился я. Падаю к твоим ногам, падаю к твоим ногам. Кальян FM. Хорошие песни. Говорят, романтизм уходит. Она была одной такой звездой недосягаемой. Теперь две единицы, каждая слагаемая. Теперь она со мной, я с ней на рассвете. Мы говорим о планах, говорим о детях. Плюю на осуждение, сливаю принцип Персии. Я рад представить миру свою лучшую версию. Не стыдно показать людям, сложнее учиться танцу на острой обоюде. Я хочу быть с тобой одной, такой родной. Осенью, весной, в стужу и в зной, доброе и зло, следуй за мной. И в забегаловку, и в ресторан, и за город, и на ура. Вдохать на край вселенной отставшими от группы, через огонь, воду и медные трубы. Говорят, романтизм уходит. Говорят, что взрослеют дети. Говорят, что чудес не бывает на всем черно-белом свете. Говорят, что нирвана в космосе нереально, как Ибица влюбится. Ой, да много всего говорят, пока не влюбятся, пока не влюбятся. А там уже как водится, все по-другому видится. Вселенная заботится, фортуна улыбится. Все сходится и сводится к желанию увидеться. И на душе погодится, и в люберцах ибится. Теплее и любезней, светлее, интересней стали мысли. А за ними песни. Играй, моя гитара, подыгрывай кахон. Как ни крути, теперь мы пара. Нефиг думать о плохом. Два сердца бьются в унисон. Как не сказал Кобзон, любовь похожая на сон. Где ты была все эти годы? Сводила с ума, чтобы не выйти из моды. Спасибо за что? За то, что ты есть. За радость и жесть, за грубость и лесть. За то, что ты здесь, и мы вместе. Мы вместе. Пусть говорят, нам недолго пьесть. Говорят, романтизм уходит. Говорят, что взрослеют дети. Говорят, что чудес не бывает на всем черно-белом свете. Говорят, что нирвана в космосе нереально, как Ибица влюбится. Ой, да много всего говорят, пока не влюбятся, пока не влюбятся, пока не влюбятся, пока не влюбятся. Дорогие друзья, чай с кальяном продолжается. Удивительная у нас сегодня история. Совершенно необычный у нас сегодня четверг, потому что все пошло не по плану. Ну, к счастью, мы уже с первым гостем нашим поговорили, поставили вам достаточно интересную музыку, рэп.
который, возможно, придет на смену всему тому, что сейчас звучит в плеерах подрастающего поколения. По крайней мере, мы на это надеемся. Все-таки наш гость был, который был здесь в студии, и интеллектуален, и начитан, и пытается делать действительно качественный, хороший материал. В общем, продолжим наблюдение, будем знакомиться со всеми его новыми работами. Так сложилось, что в этой студии, студия Hanover Records, здесь находится наша программа «Чай с кальяном» на радио «Кальян FM», интернет-радио. Занимается тем, что мы ищем действительно достойный материал. Не всегда у нас это получается, но по большей части все-таки артисты, исполнители, которые приходят в эту студию, нас радуют. Радуют своими произведениями. Вот, пока мы ждем гостя, который опаздывает. Опаздывает уже достаточно сильно, потому что он должен был быть первым. И кто следил за афишами, знает, что это Михаил Гребенщиков. Известный вам Михаил Гребенщиков. Вот, я хочу напомнить про проект «Этнолайф», что до 12 июня гильдия межэтнической журналистики при поддержке фонда президентского фонда культурных инициатив ищет коллективы, которые работают в жанре современная этника. Что такое современная этника? Это вы пишете авторские песни, но пишете их на базе этники, фольклора народов России. Используйте все эти аутентичные приемы в своем творчестве, и мелодии и так далее. Если вы создатели такого материала, вам нужно обязательно подать заявку. Это делается просто. Нужно подписать согласие на то, что вы готовы участвовать в проекте, и заполнить анкету, в которой вкратце рассказать о себе или о своем коллективе. Вот. В итоге 5 коллективов. Общая численность отобранных людей – это 15 человек. 5 коллективов, 15 человек. То есть это могут быть сольные исполнители. Попадут на проект «Этнолайф», который будет проходить в стенах гильдии межэтнической журналистики и на студии Владимира Осинского, на одной из самых известных студий. В процессе этого проекта он будет длиться неделю. С вами поработают волшебники звука, которые именно непосредственно работают в жанре этники или фолка, создадут вам одно замечательное произведение, которое будет записано, опять же, на студии Осинского. Вы только представьте, не так просто там это все сделать, не так просто даже туда попасть. Потому что на этой студии писали Земфира, Инна Желанная, группа Вельвет, Людмила Соколова и много-много других известных и очень талантливых артистов. Вот. И будет снято лайв-видео, возможно, оно будет даже сниматься, возможно, здесь, в культурном центре вдохновения, еще пока не решено. Где вы будете, и будут сделаны фотосессии на одной из фотостудий в Москве. То есть коллективы, которые придут в этот проект, выйдут абсолютно упакованных. У них будет демо, которое будет не стыдно показывать, давать послушать для дальнейшего участия в других проектах, каких-то фестивалях. Среди участников и организаторов этого проекта очень много известных людей. Там Сергей Старостин, вы знаете, наш замечательный музыковед и исполнитель, который непосредственно работает в жанре фольклорном и этническом, и принимает участие, кстати, в оркестре интуитивной музыки Яна Бедермана, с которым я недавно имел счастье познакомиться, и надеюсь, что однажды Ян Бедерман окажется в этой студии, расскажет об оркестре, у которого нет репетиции перед концертом. То есть
сделаю маленькое отступление. Что такое оркестр интуитивной музыки? Вот садятся музыканты, это близко к джазу, к импровизации, мне кажется. Вот, и начинают играть на ходу, создавая необыкновенную музыку. Все профессионалы высочайшего класса, то есть вы можете представить себе, что это нечто космическое, когда вы присутствуете. Это, знаете, как вот прийти и присутствовать при родах. Новая жизнь, новая творческая жизнь появляется прямо на ваших глазах. А мы ждем Мишу Гребенщикова и продолжаем говорить о проекте «Этнолайф». Вот, до 12 июня принимаются заявки. Информацию можно получить на сайте «Национальный акцент». Это сайт гильдии межэтнической журналистики или на портале muscoop.org. Там подробно написано, есть ссылочки на скачку анкет. Кто у меня в друзьях, можете у меня на стене посмотреть, тоже скачать анкеты и заявления и заполнить и отправить на тот адрес, который указан у меня в объявлении. Вот. Что в этом году будет с фестивалями? Конечно, всех волнует данный вопрос, потому что пандемийный год фестивали практически не проводились. Состоялись только джазовые крупные фестивали в предыдущие годы. Вот, один из которых Коктебель Джаз Пати, на котором я присутствую на протяжении уже долгих лет. И джазовый фестиваль Бутмана, Игоря Бутмана. И также у Юрия Башмета его замечательный культурный фестиваль классической музыки. А в этом году мы в ближайшее время ожидаем фестиваль «Дикая мята». Очень надеемся, что он состоится. Так как лайнап этого фестиваля очень сильно урезан в связи со всеми событиями, и не все артисты теперь выйдут на сцену, особенно зарубежная часть этого фестиваля, естественно, не выйдет на сцену. Я слышал, что там появились места для каких-то других новых коллективов. Там будет построена специальная сцена. Вот. И сейчас они принимают заявки для того, чтобы дать возможность молодым, хорошим коллективам. Но «Дикая мята» — это всегда качество. И я думаю, что отбор там будет очень-очень жесткий. Вот. Мы продолжаем ждать Михаила Гребенщикова в этой студии. Самое забавное, что у нас до сих пор нету Григория Гладкова. В общем, удивительная история у нас сегодня с эфиром. Практически, можно сказать, в этот четверг случился мой бенефис. Вот я сижу тут, вам болтаю и рассказываю. А что будет дальше, да, там с фестивалями? Фестивали, которые должны были состояться в южной части нашей большой страны, скорее всего, в этом году не состоятся. Вчера мы давали сообщение, кстати, о переносе новой волны. Вот. А такой фестиваль, как Коктебель Джаз Пати, скорее всего, тоже в этом году не состоится. Проходи, проходи, занимай свое место, занимай свое место. Я как раз завершу мысль. Вот. В общем, ждем. Какие фестивали состоятся, такие состоятся. Возможно, на каких-то нам удастся побывать. Ну, а я хочу продолжить тему. Следующая такая маленькая история. Однажды я работал в очень крупной компании. По натуре я всегда лидер. И вот пришло время из нее уходить. И когда я ушел, президент этого большого концерна собрал ключевых сотрудников, руководителей отделов, буквально на следующий день после моего увольнения, и сказал: у вас было два лидера. Один ушел, остался я. К чему это я, дорогие друзья? Когда-то у нас было два Гребенщиковых. Один ушел. Остался Михаил Гребенщиков, который сегодня у нас в гостях. Привет, приветствую. Миш. Я так спешил, привет. Так спешил, что Миш, сегодня все наперекосяк. Даже не успел причесаться вообще. Первый раз в эфир сразу. Ну, вроде все уложено, да, красиво. Это же артистический опыт. Да. У тебя сколько уже лет на сцене? Ну, вы знаете, я считаю, в 92-м году в Воронеже состоялся первый хип-хоп-фестиваль.
и там поддерживал его тогда «Русский дом Хеллинга». Ага, и, да, да, я помню. Я выиграл магнитофон, придумав песню про «Русский дом Хеллинга», сколотив группу, она называлась «Crazy of Dance». Ага. И мы пели песню там «Я, Михей, Диман Вет, или Андрей», сколотили команду и стали все окей. И нам подарили магнитофон «Элегия». И мы его кому-то там продали, поделили потом деньги пятером группой. То есть вы не оставили себе этот магнитофон? Ну, как-то он для нас был не модный на тот момент. У нас была электроника, там радиотехника. Какой «Элегия» вообще? А вы модные были тогда? Ну, как бы меня по звуку «Элегия» не устраивала. Понятно. То есть... Я вот считаю, я потом стал... музыкальным руководителем ДК 50-летия октября лет 15-16 уже в Воронеже. То есть я там нарезал музыку, откуда ты ее доставал для спектакля. Вы поняли, Миша какие-то из Воронежа к нам сегодня ехал, поэтому мы его долго ждали, да. Да, вот. И тогда вот у меня уже группа была, мы начали выступать, ездить на конкурсах. Я собирал, ну, начал сочинять какие-то песни, дергал какие-то лупы, первые эксперименты. Вот я считаю, где-нибудь с 92-го года. Но в 92-м-то началось все, а... Так вот, сцена, там, дни города Воронежа, там, ведение передач, работа на радиостанциях Воронежа. Но старт начался в 92-м, а получается, труды были... Ну, хотя и до 92-го всегда был меломаном, музыкантом, хореографом. А в 2002 году состоялась более такая глобальная презентация меня в виде «Фабрики звезд». Хотя до этого в 2000 году была легкая попытка работы с Леонидом Величковским и Игорем Селиверстовым. Я был в таком коллективе «Основной инстинкт». Это та группа, которую да, я в 92-м придумал. Потом Леонид Величковский ее переименовал в 2000-м, и мы даже где-то стрельнули, что-то покрутились. Вот. Ну, слушай, как ни крути, в любом случае, 22-й год юбилейный. Либо 30 лет, либо 20. Тут тебе надо определиться, от чего я считаю 30. Вы знаете, я тоже так считаю. И когда-то я работал лет 5 в Министерстве культуры, делал серьезные фестивали, так называемые рейвы, представлял Россию на Днях культуры в какой-нибудь стране мира, там балет, художники, музыканты, а я диджей. Вот. И, пользуясь случаем, разговаривал с людьми из Министерства культуры, говорил, ну как же так, есть такая профессия, например, диджей, работник ночи какой-нибудь, МС, значит, все отдыхают, пляшут, а никто труды не оплачивает. И вот, например, если вот там у Баскова, например, есть какая-нибудь медаль, мы с ним ровесники, да, ну там... Кто он? Народный, заслуженный, да? Так. Кстати, в 76-м году очень большое количество медийных людей... Родилось. Да, вы не представляете, какое огромное количество. Так я не считаю, что я, скажем так, развлечению людей отдал меньше дорог, невыспавшихся ночей, клубы, рейвы, свадьбы, корпоративы. И как это эквивалировать? Ну, говорят, собирай грамоты, может быть, когда-нибудь тебя партия одобрит. И что? Ты так собрал? Что эти 20 лет или 30, ну, от них ни толку никакого, так сказать. Никто не придет и медальку маленькую не вручит. И а как ты думаешь, почему? Вот почему? Почему вот Баскову дали народного артиста, а тебе не дали? У всех свои, скажем так, размахи полета... размер яиц зависит от этого, какое-то совпадение обстоятельств, случая, в конце концов, половая ориентация, мы же в шоу-бизнесе находимся. Вот. И что-то в моей жизни, какие-то пазлы сходятся, да я даже об этом и не думал, чтобы как кто-то отметил мое 30-летие, вклад в какую-то вот культурную такую развлекательную индустрию населения планеты. Ну вот я знаю одну тайну. После того, как я увидел твой клип, и сразу тебе позвонил и сказал, Миша, мы должны это показать. Ты мне сказал, да-да, у меня будет целый альбом. Да, «Родина» называется. «Родина». Угу. А вышел клип на песню «Русская душа». Ну, это мне очень льстит, что вы его обозвали как клип. Это мы ехали в гастроли. Оторваться невозможно, Миша, я несколько раз посмотрел. Мы ехали в гастроли, и сейчас в некоторые регионы
куда мы летали раньше, теперь ездим на поездах, как раньше. Сталкиваешься с тем, поезда просто как роскошные, так уже после роскошных тебе кажется, что что-то уже попроще, кажется, что такое, что за Советский Союз, хотя ну, да, тоже, да, в принципе, поезда сейчас все неплохие. И едешь, например, чтобы попасть в Таганрог, надо ехать целые сутки туда, потом с Ростова до Таганрога еще пару часов, потом обратно пару часов, потом опять сутки. Вот, и... Это практически как сюда так нам ехал, да? Да, ну да. Вот, и мы ехали с Антоном Зацепиным в купе, и я решил вот какой-то вот видос оставить в честь того, что мы в поезде едем. Так что, а поскольку я блогер, и люди по-всякому гоняются за контентом, кому-то надо там плясать, чего-то делать, двигаться. У меня в запасе, ну, из-за того, что у меня своя собственная студия, я автор-исполнитель, огромное количество песен. И, может, когда-то я их меньше показывал людям, усовершенствовал. А сейчас как-то, может, созреваю. Мне вот, может, мне очень хочется показать людям, вот, что у меня накопилось и есть. И у меня вот скоро вот будет сейчас 99,8 тысяч подписчиков на Ютубе. Вот. И все, что я не выкладываю, я там получаю какую-то оценку, mm-hmm. какие-то комменты. И полное, прямой, скажем так... Прямую оценку от зрителей. И все у меня контент. И вот таким образом я просто показываю через песни. Вот пою свои песни. Вот. А вот ты решил снять видео. Почему ты выбрал «Русская душа»? Эту песню? Ну, название я ее придумал. Вот сейчас подписав, когда вывешивал. Потом думаю, можно ее по лугам, по полям назвать. У меня бродили всегда такие... мысли. Когда я пришел с фабрики, ну, закончил с фабрики mm-hmm. звезд, Игорь Матвиенко хотел сделать со мной такой проект и предложил мне, вот если я такой в тельняшечке сижу, с папиросочкой, в кепочке, с гитаркой и такие песни душевные пою. А я тогда только с Воронежа приехал, и мне казалось, что вот, ну, пережив 90-е, я там открывал клубы, рестораны, бары, руководил один из руководителей, так сказать, воронежской истории шоу-бизнеса. И мне казалось, что раз я попал в Москву, значит, в Москве все модно должно быть. Ага. И я думал, что и вот я это модный. Вот все не то. Не да, говорю, как, зачем же Игорь Юрьевич приехал в Москву, чтобы мне вот это с папироской и с этим... Но, тем не менее, я, скажем так, впитывал его 5 лет работы с ним. Я въезжал и понимал, что... Ну, у меня начали меняться какие-то ценности, ощущения, музыки. Просто я всеядный. И еще по чуть-чуть начал деньги считать, например, что мне приносит больше, какие репертуары, какие жанры, там, детское творчество или еще какое. И вот повзрослел, мне 46 лет, и я понимаю, что лучше, если я раньше после 90-х говорил, что круга убили диджеи, ну, я вот думал точно, потому что я мог крутить дискотеку модную, мне подходили, пистолет в голове представляли, говорили, давай по кругу, Владимирский Централ целый час. И я крутил. То есть сейчас для меня это одна из самых ностальгических и любимых песен. Я вычислил формулу Любе. Формулу Любе? Да. Ну, это я говорю еще тогда, когда с Игорем Матвиенко работал, я как бы впитывал. И... А он знает, что ты эту формулу вычислил? Матвиенко. Ну, мы иногда встречались. Такое место для встречи, как ни странно, не Москва, а Форте де Марми. Есть, ну, такое где место. Где мог встречаться Михаил Горбичев, да, с вот Матвиенко, да. Еще Матецкий был. И мы вечерами сидели, разговаривали о всякой музыке. Это было так классно. Вот. И я говорю, впитывал, что-то вслушивал. И до меня доходило, что правда. Самое классное – быть больше всего понятным. Формула-то музыканта. Музыка – самая доступная из искусств в мире. Сложно увидеть картину. Ну, можно где-нибудь на картинке увидеть там. А музыка быстрее добежит. И понятным сложнее всего быть. А как понятно? У нас Советский Союз, постсоветское пространство, Россия. У нас своя эстрада самодостаточная. Да. Вот, мы можем, как бы, у нас есть какие-то традиции, есть, правда, русская душа, есть какие-то каноны, где можно взять гитару,
списать аккорды, во дворе что-то побренчать. И технологии меняются, а Россия остается, так сказать. Слушай, мне кажется, вот прямо после этих слов нам надо поставить песню «Русская душа» и показать вот этот клип. Ну, давайте, давайте. Да. Благодарю за оценку. При участии, молчаливом участии Антона Зацепина, «Русская душа» на Кальян-ФМ. Слушаем и смотрим. Кальян-ФМ. Хорошие песни. Рвется моя душа, от боли все круша, от любви поет, кто любит, тот поймет. Ранами, шрамами где-то помечено, и добротой людской щедро отмечено. По лугам, по большим городам, где-то кристальная, а где-то грешная, не очерствевшая, необъяснимая, не оскудневшая, очень ранимая. По лугам, по большим городам, доверяя самолетам и поездам, я тебя заберу. И поездам я тебя заберу. У нас много планов, от Балтики до Тихого океана. По лугам, по большим городам, доверяя самолетам и поездам, я тебя заберу. У нас много. Этот вопрос задам. Давно была написана эта песня? Песня была написана давно, очень давно. Ее даже мы ее делали с Игорем Мельником из группы «Димарш». Да ладно? Да, он мне подыгрывал гитару, был такой жестокий хэви-метал. Потом я взял текст. Слушай, это вообще было неожиданно. Да, и, ну, я Игорю показал, он заинтересовался. Вот, а потом что-то не то, вот не знаю, не тот кач. В итоге там так оказалось много текста, что я его разделил на две песни. Есть еще одна про Россию. Ну, она войдет в альбом «Родина». Да, и я вот на основе этого текста, а припев у меня прилепился. Ну, короче, всякие схемы бывают. Созрела вот в такой форме она осенью того года. Вот. И каким-то удивительным образом мы сейчас живем в такое непростое время перемен, и просыпаются какие-то чувства, что вот хочется что-нибудь такое доброе написать, поддержать, вообще всех россиян поддержать. Да, я согласен с тобой.
Вот. А как долго мы будем ждать этого альбома как поддержки? Задумался Миша. Да вот, знаете, обнаружил мои песни, например, «Навигатор». Так. И гоняется там за тобой теперь? Ну, он как бы это там перечислил, 10 я отослал песни. У меня есть свой лейбл. И я там выпускаю сам себе это. Но есть люди, которые профессионально этим занимаются, издают, как-то делают промо. И вот мне «Навигатор» сообщил, что у меня есть минимум 10 ударных хитов. И вообще у меня интересная музыка. И меня это так вдохновило. Думаю, а то я выпускал сам, а если кто-то выпустит мои песни, вот интересно, а как это будет выглядеть? И вроде давай встретимся, и вот так уже месяц прошел, так и не встретились, что-то не перезвонили. А я как-то запутался. Выпущу сейчас в течение недели. 3 альбома прям пульнул. А знаете, дорогие друзья, у нас куда-то пропал Григорий Гладков, который должен был прийти после Миши. И мы, пока звучала песня «Русская душа», поговорили с Мишей. И мы готовы к экспериментам, да, если сейчас тебе гитару принесут? Ну, можно. Давайте попробуем. Давайте гитару. Ярослав, ты к нам придешь? Правда, гитара у нас отличная. Вот знаете, я... Ну, может быть, еще не настроено под тебя. Я гитарист такой же, как и певец. А, ну, то есть это тогда тебе не важно, какую гитару принесут. Да, просто я использую гитару несколько для других случаев. Вот у меня был друг, который, кстати, есть друг, попал на 5-ю фабрику звезд, ага. Андрей Шумских. И, конечно, я чуть-чуть спроектировал его Игорю Матвиенко, познакомил. Но мы все детство верили, что мы, с нами какое-то случится чудо. Ну, вот я на 1-ю фабрику, сосед попал на 5-ю. Сейчас тебе микрофон. И Андрей Шумских, он классно играл на гитаре всегда и классно пел. И если он пел там Scorpions по-английски, там Bon Jovi, что угодно мог себе позволить, то я пел шуточные песни. А впоследствии, ну, это как бы вот есть люди, которые любят на гитаре песни поорать. Я использую гитару для того, чтобы придумать настроение, создать какую-то гармонию, выдумать песню. И каверы, то есть в армии я спал сразу с первых дней службы через тумбочку с главным дембелем, который оценил мой талант. И все, что ему надо было, чтобы перед сном я спел песню, например, на пьяный. А что я себя не слышу? Что я должен? Сейчас, подожди. Может, сейчас они он не тебя включат. А там не так слышу. О, класс вообще, как в студии. Так же есть в студии. На пьяной вечеринке в клубу лучших друзей я понял, что хочу тебя еще сильнее. Я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя, любая чикса, после тебя ерунда. Я не воспринимаю никого, кроме тебя, хоть я и не видел тебя очень давно, но в памяти моей ты остался равно. И это бьет по мозгам, они крошатся как лед. И память постоянно мне твой образ выдает, а я смотрю на чик, я смотрю на чиксу и вспоминаю тебя. Все это потому, что я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя, я. Или вот так я любил потешить однополчан в окопе. Сделай так, чтоб не было больно. Сделай так, чтоб не было страшно. Сделай так, чтоб мне не было темно, темно. Я прыгнул с огромной скалы прямо в океан. И я буду там. Так. Разные песни, помню. Сними пока ушки, поболтаем на денежки. Это был Линда, была эта песня. Линда.
сделай так, что да. я прыгну с огромной скалы. Потрясающая вещь была. Да, но ну, она и сейчас есть, она же да. исполняет ее. Скажи, вот такой вопрос. Вчера же был День защиты детей, а ты же работаешь с детьми. И много работал с детьми. Ты создавал какие-то проекты, я видел. Я же подписан на твой YouTube-канал. Что сейчас с этим? Ну, детское творчество – неотъемлемая часть разновидности моих творческих специальностей. И, ну, наверное, самая яркая часть начала происходить где-то еще в 2005 году в лагере «Орленок», где, ну, там мне предложили стихотворение, и говорят: «Михаил, может быть, что-нибудь сделаем, песенку какую-нибудь». Ага. И это стало до сих пор «Орленок, наш дом», самый главный хит ВДЦ «Орленок». Ну, я еще там 50 песен написал. То есть я сделал такую монополию на свои песни в «Артеке» и в «Орленке», где никто не может переплюнуть меня и поют, танцуют «Непоседы», «Дописольки», «Барбарики» только под это... мои гиперхиты. И вот этот фестиваль визуальных искусств тоже, да, да, тобой завоеван. Иногда, да, я даже ведущим был его когда-то, но как-то был выгнан. Из него, я так думаю, что за... Не знаю даже за что. За что не могли тебя выгнать? Не, я туда добрейший попал... души человек. Не, я туда попал из-за того, что я снимался в кино и был в фильме, было у меня кино, и я показал свое кино и рассказал о нем Харатьяну. Харатьян меня взял на фестиваль, так мы познакомились. Но там был какой-то режиссер очень важный, у него фамилия была Евланский или какая-то ага. такая. Я вышел в самый торжественный момент, где он там победитель режиссеру. Ну, я, короче, ну, условную фамилию Евланский испортил максимально при детях в прошлом виде. Не специально. И это какой-то... за это выгнали. Но это я думаю, что вот за такую опечатку, хотя... Да нет, это я шучу. Потом мы еще с визуальными искусствами много работали. Они просили разрешения на мои песни, что очень приятно, хотя все без спроса можно в «Орленке» их исполнять. Вот. Потом в моей жизни появилась Алла Борисовна, с которой мы проработали 5 лет. Я говорю, параллельно до Аллы Борисовны я уже написал там кучу хитов. «Непоседам», «Барбарикам», «Домисолькам». Вот вчера была, звонили «Домисольки». Ольга Юдахина ей звонит, говорит: «Миша, нас по телеку показывают. Новая моя песня, уже вторая для них школа». И вот Алла Борисовна появляется в моей жизни. Это, конечно, вообще вся жизнь выключается. Это второй раз я как будто в воду вхожу. Это ты прям забываешь про вообще про все свое творчество. Я ни разу Алле Борисовне не показал ни одну свою песню. Но, как-то? Серьезно, что ли? Но, например, когда мы делаем детский утренник, ну там концерт, так называемый, отчетный, за 3 месяца. И такой день, где Алла Борисовна приходит, и, например, 50 детей, там, младшая, там, средняя, его старшая группа, показывают, что с педагогами предложилось. И я там, например, внедряю там 5-10 своих авторских песен. И вот когда Алла Борисовна... И не говоришь, что это твои. Нет, и они поют. И они когда выбирают, а она что это песня, ее там у нее там свой какой-то юмор был, ой, там типа что-то там понятно, сразу слышно, что-то там на душе у тебя болит, Гребенщиков не туда, или она как-то меня подколет. Но когда, например, там, ну, концерт, грубо говоря, в последние 2 года у нас было где-то примерно 35 детей, и из этих 35 детей 35 песен поют, и где-то 5-6-7 в концерте моих песен. Для меня это просто до мурашек. То есть у нас даже были песни, где дети пели «Музыка моя», слова Аллы Борисовны, или наоборот. То есть мы вот так сочиняли. И для меня это вообще, я забыл про все свое творчество, но мне вот это главное было. То есть быть такой на передовой, скажем так, детской индустрии, где много встречал несправедливого. И я считал, что как бы я отбеляю Аллу Борисовну. То есть она могла не каждый день приходить в школу, и все такое. Ну, я там вот боролся за правила этикета, так сказать. Мамаши были разные, дети были богатые и не очень. И надо было их как-то держать в равенстве, чтобы в каждому по песне, по номеру, по хорошему костюму. И я вот этим всем заведовал. И хочу сказать, очень горжусь, что у меня такое была в жизни история. Хотя, кроме каких-то завистников, каких-то дурацких статей, какого-то шума на телевидении, так-то в глазах людей мне это ничего не принесло, наверное. Ну, кроме каких-то проблем, шума какого-то. Хотя что-то и принесло. Из школы родилась такая звездочка, дочка Виталия Гагунского, Милана Гагунская. Угу.
И проект ее называется «Милана Стар». И в крайнем мюзикле у Аллы Борисовны в школе родители вот этой Миланы заметили, что что за песня такая, малявка, какая поют дети. А можно мы ее купим у тебя для Миланы отдельно? Они купили. И сейчас, наверное, там 400 миллионов ее просмотров этой песни «Малявка». Следующая там 200 там, с чем-то миллионов, 150 миллионов. Это уже несерьезные просмотры. И это был такой, как награда после Аллы Борисовны, что тогда такое было детское блогерство, 2017-2018 год, на высоте монетизации были какие-то космические. И мамаши захотели тоже, чтобы была песня, как у Миланы. Ну и, скажем так, артисту Гребенщикову для поддержания штанов хватило какое-то время прожить на детских песнях. То есть стали покупать песни у тебя для детей? Да, ну и покупали, и покупают, ну, где-то чаще. Когда детям негде выступать, и песни никто не покупает. Вот, и у меня есть там, скажем так, я скажем так, в этой мафии детского шоу рутины, индустрии, и как бы песни от Гребенщикова, это как бы авторитетно, и мне нравится, что меня уважают, благодарят где-то там. Это, а знаешь какую-нибудь детскую сейчас песню? Вот тут, знаешь, есть такой нюанс. Так. Ну, например, за там последние 3 месяца я написал там 12, наверное, песен к 2 мюзиклам Эвелины Блёданс для ее благотворительного фонда. Угу. Пишу я, например, совместно с Еленой Лемеховой. Последнее, угу. Что это поэтесса работала с Шаинским. Угу. Очень долго мялась со мной работать или не работать. Ага. Ну, я их пишу, но я не могу их обыгрывать на гитаре. Я их не пою, от нечего делать. Там, хей, малявка, поднимите руки вверх. Там, хей. Слушай, эта детская песня в шансон превращается. Да, да. В твоих шарухах, да. Да, лучше не слушать. Я не пою, и вот я и хотел объяснить. Я сочиняю песни, но не имею радости их как-то исполнять. Я даже свои песни не знаю, как их исполнять. Где-то там что-то под гитару. Потому что есть такой поток, и я их не могу помнить. Вот серьезно, вот у меня может быть что-то, вот контузия какая-то, я не знаю, там в голове проявляется. Не могу, вот Никита Борисович вот сейчас пришел ко мне на студию. То есть это уникальнейший человек, который у него в голове как какой-то компьютер с гигабайтской памятью. Он, как он тексты запоминает, как он это варьирует текстом. Как... А я могу сочинять, но запоминать для меня сложно. Я некоторые песни свои с Пюпитером исполняю, ну, некоторые сейчас мои песни стали просить. Потому что мне интереснее придумать песню. А вот прямо сейчас можешь придумать? Ну, например, не знаю, в каком стиле? Типа рок-н-ролл? Да, давай. Рок-н-ролла у нас сегодня еще не было. Вот мотив, гармония, как бы рыба для настроения. Может, как быть. Yes, your fantasy song today. All of your delivery. You still come and listen to Steven. All day, you sure will fall. Come on, day, you got a fool for the burden. I'm a ну, короче, вот такой дурью надо заниматься. Это называется такое, свингуешь музыку, въезжаешь. Это когда вообще у тебя тупик творческий, но есть классный текст, и ты сперва набрасываешь какую-то калябалю, потом начинаешь спевать ее текст, и хочется, чтобы она была изначально играющаяся на гитаре и доступная песня. Но не всегда так бывает, иногда... Меня разорвала какая-то гармония, и я хочу в нее влезть. И, например, там возьму куплет от Элтона Джона гармонию, а припев «Don't speak», например. Mm-hmm. Я «Don't speak» больше всего продал. То есть гармонию берешь «Don't speak». Ты сейчас расскажешь тайны создания хитов. Ну,
просто музыка по-разному может сочиняться. От чего ты придумал? Может, уже текст в первой строчке какая-то интересная штука, с которой прям сразу поется. А вот знаешь, когда всем говоришь, вот Михаил Гребенщиков, да, и все тут же твои батоны. Вот как ты к этому относишься? Ну, это, скажем так, такой... Мне нравится, что в те времена я смог такое отчебучить такой проект благодаря продюсерскому центру Игоря Матвиенко. Позвонил Игорь Матвиенко, сказал, что Миша, тут у нас Сникерс Марс нам спонсирует, 20 тысяч евро дают. И надо клип про батончик какой-нибудь снять, песню написать. И мы куда-то летим с туром «Фабрики звезд». Я беру, в аэропорту покупаю Марс и Сникерс, читаю все ингредиенты, выписываю: сахар, карамель, глюкоза, питательный, что там, вот, арахис, вот, и выписываю, и для вдохновения у меня в плеер тогда был диск, и какая-то моя подборочка какого-то рэпового олдскула, и там играет Принц, my name is Prince. Ага. И я такой думаю, да ладно, кто у нас тут в России Принца слушает вообще? Возьму-ка я вдохновение от него. Такой гибридокавер сделаю от него. Вот. И приехал домой, нарезал с Принца что-то там на холодильник, микрофон повесил, напел в ноутбук, что-то в Soundforge свел, отправил Игорю. Он говорит: о, слушай, ну там, да, классно, добавь там девчонок в припев, чтобы они что-нибудь и появились. Ага. Там какой нахал, губы раскатал. Пришли мы с Глебом Орловым, режиссером клипа, тогда очень таким именитым режиссером, в этот офис «Марс и Сникерс». Он принес этого медведя, показывает, что он делает. Там сидят какие-то боссы, выделяющие деньги, кивают: да-да, мы согласны. Клип по договору должен ротироваться там по 5 раз в программе «Утро» на Первом канале в поддержку клипа, тура. Еще интересная была там синяя майка. И в майке был кулак со Сникерсом. То есть это реально есть 27-й кадр или какой-то там 25-й. То есть его в кадре нет, но он у меня был. То есть дубль с ним снимали, а так вот нет. Но где-то, говорят, есть версии со Сникерсом. Вот, потом выходит клип, Первый канал его отказывается брать. Что ну, такое? Хулиганская вещь. Да, что за такая тема, вот. Где-то он там MTV, Муз-ТВ прижился, даже первые места занимал, что для меня было так почетно. Я так любил в детстве MTV и вообще всю эту движуху. И тут я начинаю работать на MTV, мои клипы первые места занимают. И мнение, конечно, общества разделилось, увидев парня в стрингах, там, с крестами девушки. Я даже в клубе однажды ко мне подошло такое сообщество трансвеститов, которые, скажем так, в щечку меня поцеловали, руку пожали, сказали, что чубак... Спасибо ты... за ваши болки. Да, сказали, это у нас гимн вообще. Я такой думаю, ёбарас. Потом я только с годами узнал, что есть такое там БДСМ-движение, и оказывается, я в этом клипе... Лидер. Это вот тайный лидер. Да, я где-то у них в богах. Слушай, а вот я проанализировал, мне кажется, родоначальник новой волны рэпа как раз и является Михаил Гребенщиков. Ведь вот эти батоны и булки теперь везде. Ну, вы знаете, не могу сказать, что рэпа... Там, я помню, градоначальник для меня рэпа был какой-нибудь там DMC Павлов в 80-х годах. Ну, это там, для такой... тебя. Да, тут сложно сказать. Рэпом повторяем, как бы. Я больше, знаете, вот там мне квартиру подарили за 3-е место. Я думаю, за что же ее подарили? Долго у людей спрашивал. Вот мог бы причислить себя... без скромности, к одному из градоначальников нового формата, за что, собственно, и подарили квартиру. То есть тогда, когда была «Фабрика звезд», ну, был тогда проект какой-то «За стеклом», люди имели опыт, да, я его даже не смотрел. Я работал тогда в «Воронеже», мне не до каких-то реалити-шоу было, не с чем даже было сравнить. И когда меня пригласили на «Фабрику», я не понимал, куда еду, что происходит, чем там можно заниматься, о чем там говорить. И я решил, скажем так, понимал, что меня смотрят друзья, родители, и я решил их веселить, чтобы, я не знаю, сколько меня там продержат. И я решил так троллить, как бы, ну, все свое на всю катушку использовать. Есть у меня там рэп, буду читать рэп. Есть у меня какая-нибудь странная одежка, буду в этой одежке ходить там.
вот, привез много одежды. И, короче, я такой, как бы, новый юмор, которого доселе не видели, где как бы человек работает на грани, хулиганит, не хулиганит, вроде смешно, вроде не смешно, и как можно такое на федеральном канале доселе не видели. И сейчас уже, конечно, каким-нибудь дурачеством не удивишь. Но вот, правила игры... Я тебе об этом и говорил. Правила игры... Ты один из первых, кто это начал. Теперь надо обязательно там ругаться матом, там иметь крепкое словцо, что-нибудь там, не знаю, покрасить тебе в себе какой-то цвет волосы, вбить себе какую-то татуировку, ну, чтобы хоть как-то среди этой мира потока информации, фриков выделиться. А мне достаточно было просто на фабрику взять там, может быть, около 10 пар очков каких-то затрюханных, зашарпанных. И я там в очках выходил где-то, это уже было тогда необычно. Ой, какой вы как прям вообще, вы как Элтон Джон в очках разных. Я говорю, да вы что, у Элтон Джона очки есть, это, бля, правда. В городах мне очки дарят, это так необычно. Или там в стрингах показал, так сказать, танцули. В этом, в батонах-то, булках-то, перья. И это так необычно. Сейчас кто скажет, что это необычно? Вот. Сейчас уже, да. Да, так что я все что угодно тогда мог чудить, но в рамках какой-то цензуры на самом деле, потому что смотрят меня мама и папа до сих пор, и я как бы в ответственности за каждое слово и как бы свои приключения, потому что это прям какая-нибудь, если куда-то я не туда пошел или что-то такое происходит, какая-нибудь статья выпадает, в первую очередь родители страдают. Если я там на фабрике звезд там прослыл бы каким-нибудь матершинником, ну, мне было бы стыдно вернуться в свой юго-западный район. Не, ну а потом мы с тобой разговаривали, ты долгое время с детьми работал, и тебе нельзя быть матершинником. Ну да. Тебе в любом случае надо быть эталоном, примером. Сколько на сегодняшний день ты написал песен? Ну, я думаю, штук. 100, 200, 300. 300, наверное, есть точно. 300. Это целый багаж. Будет ли издана антология Михаила Гребенщикова? Ну, я вот сейчас по мере своей возможности, вот этот... Я сам себе начальник, сам себе режиссер, вот в своем лейбле НЦА есть такой, uh-huh, национальный российский агрегатор. Вот они меня туда, скажем так, прописали. У меня ИП Гребенщиков, там вот мой лейбл называется. И я туда загружаю, вот сейчас приготовил там 20 песен Орленка, которые я хочу показать и отцифровать, потому что они доселе не было. Там 15 Артека, детские какие-то. Сейчас их как издают? Больше в цифре ты издаешь. Ну, да. Вот это больше цену. На диске так издашь. Какие-то песни, которые детские, мне наиболее понравились. И вы мне хотели попросить, чтобы я их спел. И я их тоже издам. Но я их не помню. Будет востребованность, выучу. Спой тогда что-нибудь душевное. Наушники будешь надевать? А я пока тебе чай. Чай с кальяном же. Свеженький, тепленький. Это тоже. Слушай, я прям это растерян. У границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох, а все остальные такие дураки. Грязь превратилась в улый лёд, и все идет по плану. И все идет по плану. А вот, знаешь, не, ну вот, не могу я петь свои песни. Я вот пою там, знаешь, что-нибудь у меня со двора там. За рекой, за речкой рос кудрявый клен. Белую березу был тот клен влюблен. А когда над речкой вечер наступал, о березе эту песню напевал. Белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку свою тонкую.
как-то так. Михаил Гребенщиков сегодня у меня в гостях. Артист, поэт, песенник, композитор, продюсер. Просто интересный, замечательный человек. Мы очень рады, что ты сегодня до нас доехал, несмотря на все эти приключения. Дорожные и недорожные тоже. Вот. Жаль, что к нам не доехал сегодня Григорий Гладков, с которым ты знаком. Да, нет, тут, конечно, нет, конечно, гораздо бы интереснее в кадре с гитарой слушался. Но то сегодня я он теперь твой должник. Я пою всякую ахинею, да, такой бард пришел. Не тот БГ, какого вы хотели увидеть. Кстати, постоянно эта жизненная приколюха с фамилией Борис Борисович. Когда-то показал папа мне в начале 80-х журнал «Огонек». Раскрывает его, а там прям на всю страницу Борис Гребенщиков написан. Видишь, говорит, у нас артист есть, это, ну, скажем так, нашей фамилии. Хотя отец больше слушал Высоцкого, наверное, там, Акуджаву, и он на БГ, о творчестве БГ, в принципе, так и не узнал. Он постарше поколением. Но жизнь нас... И вот, когда раньше я шел в детстве, где-то мне лет 8, я иду в такой салон, где записывали на кассету. И я там должен был называть свою фамилию. И постоянно, а там те, кто на кассеты записывали, там рубль сторона, 2 рубля, две стороны. На одну сторону ACDC, на другую Металлику. Там я там зашел, да. Они фамилии, я Гребенщиков, они там Борис. Я так, да что же они меня это так подкалывают все время. Это вот, там вот в этой студии, в этих студиях звукозаписи, где-то кассету записывал, первые были приколы. А потом в 2007 году я снялся в кино, как ни странно, в полном метре в главной роли, где моя партнерша по фильму, вторая как бы главная роль была у Алисы Гребенщиковой, где у нас там была любовь. Я играл Егора, она была Катей. У нас любовь, деревня, коровы. И как-то мы в промежутке между съемками за ужином там сидим, ей позвонил папа. И говорит, да, вот с Мишей сидим, тут едим, съемка идет, да. С каким Мишей, да? Да, ну, говорит, с Гребенщиковым, наверное, он знал об этом. И он у нее спросил, откуда мои корни идут, моя фамилия. Ну, я объяснил, там Верхняя Турова, Нижний Девицкий район Воронежской области. А у нее, у меня там из-под Питера откуда-то. Вот, так что вот у нас там, правда, вот откуда родом отец, пол деревни Борисовых, половина деревни Гребенщиковых, там просто вот одни Гребенщиковы. Слушай, а вот тот, кто кастинг на съемке этого фильма проводил, такой с юмором человек, представляешь, главный герой Гребенщиков и Гребенщикова. Я с Алисой, кстати, знаком, она обещала тоже к нам как-то заехать. Да, это Мария Маханько, такая режиссер, да, и она сидела, думала, кого на главную роль. И папа ее шел мимо, и он думал, он говорит, по телеку показывают, вот этого бери. Да. А сейчас как ты к кино относишься? Хотел бы сняться где-то? Или есть ли предложение? Вы знаете, я всегда за кино. Это одни самые счастливые моменты мои, когда мне удавалось сняться в кино. Даже была целая главная роль в украино-российско-польском сериале. Непрухи можете набрать. Посмотреть такой ситком. Угу. Я там играл тоже одну из главных ролей, 8 серий. Ну, и какие-то эпизоды у меня были. Непрухи, прям какое-то название твое прям. Ты прям выбрал по названию, что ли? Ну да, я там играл такого сына алкоголика, наркомана, сумасшедшего. Мать моя была актриса Ольга Сумская. Знаете? Да. Да. Вот. Как-то так. Я бы с удовольствием. Но что-то, знаете... Наверное, каждому, кто на что учился, то там и пригодился. Я всегда за любое движение, когда вижу каких-то режиссеров, всегда говорю, ну можно, ну хоть какую-то рольку такую, маленькую. Вот, ну, наверное, а вдруг еще шанс будет. Я всегда за кино, но поскольку я занимаюсь больше музыкой, и как бы приносит мне доход музыка, какое-то творчество свое, то, наверное, это у меня на первом месте в кино. Хотя у меня много вопросов в кино, мало фактурных людей. Я уверен, что с моим фейсом я бы мог бы запомниться поинтереснее некоторых товарищей. Проблема-то, что мало фактурных людей не только в кино, но и в музыке тоже. Понимаешь? Мне кажется, на «Фабрике звезд» закончились настоящие звезды. Тебе так не кажется? Как закончилась «Фабрика звезд», все, а производство звезд стало очень странным. Не, появляются артисты, ну, наверное, очень мало. Мы
во все же времена была борьба поколений, что вот мы вот взрослеем и можем не понимать какую-то музыку современную. И нам кажется, что они какие-то не такие. Но я надеюсь, что молодежь может отличить там Хабиба от Хубиба, Хмели Цунели и Шминели. То есть там все на одно лицо. Хамалей Наваи. Да, даже они. А все это началось с Black Star. Помнишь, когда Тимати набрал одинаковых людей с разными какими-то кличками? Да, вот я единственное... И никто же не различал их. Лишь бы люди потом могли... Вот мне даже интересно. Ну, когда-нибудь люди, так называемое остепенение происходит, мудрость какая-то, осознание происходит с человеком. Это все зависит от того, как люди воспитаны, какие у них традиции, как они собираются за столом, что в их понимании встретиться с друзьями. Вот мы, например, вот у меня был день пограничника недавно, мы с пацанами собирались и пели, у меня на студии есть так как-а-ля как караоке, пели русские песни, какие-то там «Лебедь на пруду», просто вообще от души. И вот мне интересно там... Кто будет петь, например, какую-нибудь песню, там, «Тамада, тама-тамада». И вот так людям по 60 лет, они вот так говорят: «Слушай, братан, давай тамаду». Точно, тамада, тама-тамада. Представляете, вот так, и вот как это? Вот? Я тоже не представляю. Наверняка они там «Протомите меня баньку» споют, там, я не знаю, или «Любе». Ну, вот. Про что хотел сказать. Михаил Гребенщиков сегодня у нас был в гостях. Был, потому что мы завершаем. И перед тем, как мы завершим, я хочу представить всю команду, которая делает эфир «Чай с кальяном». Студия «Ханой Рекордс», техническая служба Ярослав Овчаренко, Василий Вахрашов, Артемий Косилев. Администраторы Светлана Михейцева, Азалия Фатахова. Фотограф Марианна Астафорова. Редактор прямых эфиров Екатерина Качанова. Программный редактор Спартак Меликов, исполнительный продюсер Кирилл Сафин, голос радиостанции Никита Крайнов, моя сведущая Ольга Калашникова готовится к спектаклю. Не забудьте завтра прийти в музей арт-деко и посмотреть ее спектакль по Габриэлю Гарсиа Маркесу. Вот, ну, меня зовут Владимир Кальян, мой гость сегодня Михаил Гребенщиков, и мы пойдем с ним относить лилии самым лучшим женщинам на земле, да? Да, я забыл сказать, я сейчас только в конце передачи понял, что я не все свои песни помню, но стихами читать могу. Можно стихотворение дорогу? Давай, да. Как-то раз внутри ракеты полетел Гагарин в космос. Смотрит он в иллюминатор, а внизу под ним Париж. Бабы ходят по мансардам, по полям, по Елисейским. А под Эйфелевой башней их совсем не сосчитать. «Эй, вы там!» — кричит Гагарин. «Ну-ка, гляньте-ка на небо!» Бабы головы задрали и гадают, кто кричал. А Гагарин улыбнулся знаменитой улыбкой. Помахал рукой и дальше на ракете улетел. Спасибо. Михаил Гребенщиков. Слушаем «Лилии» на Кальян ФМ. До новых встреч. Кальян ФМ. Хорошие песни. Я искал тебя повсюду. Я звонил, труба молчит. Думал, разлюблю, забуду. А сердечко все стучит. Очень жаль, не получилось. Не могу прийти в себя. На меня ты огорчилась. А я все люблю тебя. Это просто повод и для меня награда. Мне больше ничего от тебя не надо. Больше не увиделись, отныне мы обиделись. Такие дела. Я ухожу на неделю в запой. Я прошу тебя, над душой не стой. Дарил тебе лилии и сердце отдал. Годы, годы, как уроды.
мне ночью снится. Дай мне жить начать сначала. Ничего не повторится. Птица в небе прокричала. Это просто повод и для меня награда. Мне больше ничего от тебя не надо. Больше не увиделись, отныне мы обиделись. Такие дела. Я ухожу на неделю в запой. Я прошу тебя, над душой не стой. Дарил тебе лилии, дарил тебе лилии. И сердце отдал. Отныне мы обиделись, такие дела. Я ухожу на неделю в запой. Я прошу тебя, над душой не стой. Дарил тебе лилии, дарил тебе лилии. И сердце отдал. Чай с кальяном. Это Кальян FM.